опасная зона. Купание запрещено. Ваня, уверен? Но мы сейчас, кроме Николаевки, ничего и не видели. Что мы сейчас живем, такое чувство, на том же Марсе, потому что мы и так ничего и не знаем, считай, про этот мир. У меня недавно был такой случай. Я принес виноград с огорода, и мне было жутко все лень делать. Я просто уселся на кухню, помыл виноград и начал его есть. И в этом винограде я увидел жука, при том, что у меня жутко болели ноги, и я просто мог его вот так раздавить, и все. Я вот так его взял, отнес на балкон и выпустил с балкона, и он улетел. Мне не хотелось его убивать. Я не знаю, ну, не хотелось. И поэтому ставить вопрос, убью ли я человека, если я не могу убить жука, как-то не ставлю себе больше такие вопросы. Именно тот вечер, когда она говорит, что она опять с ним, мне так сразу противно становится, такой жар по лицу, по всему телу, и я хочу уже идти крошить и убивать. Но мне нужно идти на вальс. Да, я иду на вальс весь вечер, наблюдая за одноклассниками, как они тренируются. На половине занятий выхожу домой, покупаю ВТБ-зажигалку, о которой потом рассказывал. И весь вечер провожу за тем, что слушаю песни Radiohead. Как обычно, в принципе.